Сегодня в 7 утра в деревне Караево Красноармейского района упала водонапорная башня. Она была установлена в ноябре прошлого года по республиканской программе. Без воды остались около 200 жителей деревни. Падение произошло в связи с тем, что работы были выполнены, во-первых, неблагоприятные погодные условия. Это в ноябре завершались работы по установке башни. И, соответственно, некачественно были выполнены подрядные организации работы по укреплению данной башни, в том числе установка растяжек, мерзлый грунт и так далее. Чтобы оперативно восстановить водоснабжение, принято решение установить старую конструкцию. К счастью, она в рабочем состоянии не была разобрана. Подрядчик обещал приобрести новую башню. После прихода новой водонапорной башни она будет установлена подрядной организацией, которая выполняла эти работы. Необходимо отметить, что на эти цели дополнительных средств из бюджета выделяться не будет. Соответственно, они будут выполняться в рамках гарантийных обязательств, которые на себя взяла подрядная организация. В рамках того заключенного договора срок гарантийных обязательств составляет 3 года. Соответственно, все, что может выйти из строя в этот период, подрядчик обязан за свой счет эти недочеты устранить. В прошлом году на ремонт 189 водонапорных башен было направлено 170 миллионов рублей. В этом также выделили средства, и муниципалитеты уже заключают контракты на выполнение ремонта. По словам заместителя министра Владимира Максимова, правительство республики усилит контроль, чтобы такие случаи не повторились.